В нынешней России. В первую очередь необходима ответственная, честная власть. Второе, соответственно, подразумевающее полностью отсутствие коррупции, отсутствие весь пакет понимания, что такое честная власть. Второе. Знаете, вот мне сейчас вспомнил одно выражение из произведения Пикуля Баязет, когда спрашивали, говорят, со времен Рюрика Россия держится на одних беспорядках. Есть беспорядки, есть Россия. Нет беспорядков, либо нет беспорядков, нет России. Поэтому, наверное, у нас во многом в традиции в нашей стране всегда все делается на авось, вопреки всему, не благодаря чему-то, а вопреки всему. Вот, наверное, хотелось бы, чтобы все-таки у нас какой-то общий порядок вознаменовался, вот, был определен. Ну и третье, ну я думаю, даже, пожалуй, я ничего особо сейчас не придумаю насчет третьего.